Донецкий, часть номер 3031 Национальной гвардии Украины во время выхода из окружения подорвала склад с вооружением во избежание попадания его в руки террористов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По словам главы МВД, при попытке террористов, вопреки предупреждениям, проникнуть на склад оружия воинской части, сработали сторожевые секреты, состав с остальным вооружением и боеприпасами был взорван. Я отдал такой приказ, чтобы предотвратить попадание оставшегося на складе оружия и боеприпасов в руки террористов, заявил Аваков. Свыше 300 надгвардейцев под командованием подполковника Бартеева вырвались из окружения и, преодолев блокпосты боевиков, присоединились к силам АТО.